Дорогие друзья, сейчас на эту сцену выйдет человек. Человек-глыба. Человек-человечище. Это автор, исполнитель Александр Валяев! Вот хорошо быть автором и исполнителем. Выходишь на сцену и никогда не знаешь, что ты будешь петь. На 7-й минуте этого прекрасного концерта Надежда сказала: ДК «Приморский», администрация. Ну, у меня в голове, в головушке щелкнула. Надюша, держи. Если ты здоровьем необрежённо выполняешь нормы ГТО, прочитал немало умных книжек, в жизни не боишься ничего, то ДК «Приморский» ждёт на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперёд, жизненно Надя на сцену зовёт. И начнутся жёсткие задания и психологический экстрим. Если соответствуют оценки, значит, ты уже незаменим. И ДК «Приморский» ждёт на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперёд, жизненно Надя на сцену зовёт. Если за идею и зарплату можешь отдавать всего себя, если ты умеешь все и сразу, если коллектив твоя семья, то что? ДК «Приморский» ждет на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперед, Шмитина Надя на сцену зовет. И ДК «Приморский» ждет на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперед, Шмитина Надя на сцену зовет. С пятилетним юбилеем в этом ДК поздравляем тебя мы все! Личным юбилеем также поздравляем тебя, Надежда. Спасибо огромное, что все вы пришли сегодня на этот замечательный, чудесный концерт. И ДК «Приморский» ждет на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперед, жизненно Надя на сцену зовет. ДК «Приморский» ждет на работу, выдаст задание, как Джеймсу Бонду. ДК «Приморский» только вперед, жизненно Надя на сцену зовет. Жизненно Надя на сцену зовет. Жизненно Надя на сцену зовет. Очень признательна за такие песни, за такие добрые, теплые слова.